Так, ну вот мы встретились с Наташей, решили прошвырнуться. Здравствуйте. Решили прошвырнуться по магазинам, но у нас сегодня цель, значит, купить Тёмычу что-нибудь на ножке, более теплые, да, ботиночки? Да, то у него такие кроссовочки, но уже все равно бывает вечером прохладно, хотелось быть потеплее. У нас есть сапожки, но в сапогах, я думаю, тут все смешно будет. Ну да, а мне дочка заказала, значит, какие-нибудь новогодние свитерки посмотреть, потому что по планам у нас Рождество и Старый Новый год встретить в России с родными и друзьями. А, и наоборот. Да, в аптеку забежим. Нам тоже заказали крем от прыщей посмотреть. Так что заодно, если куплю, вам расскажу. Здравствуйте. Вот, все знакомые лица встречаются. И я хочу зайти в утяжелитель посмотреть себе. Все-таки надо себя как-то заставлять заниматься спортом, потому что что-то я даже ходить перестала. Новый год не за горами. Да, Новый год не за горами. Ну, боюсь, уже не успею похудеть. Так, вот такие вот пижамки есть. Сейчас скажу, 99 лир. Тоже интересные. 79 лир. 69 лир. Ой, топотульки. Сколько они? 59 лир. Смотрите, какие тапочки. Вот такая вот пижамка здесь есть. В детском отделе уже есть что-то новогоднее. Веснички для девочек. Пижамки тоже оплатите. Одежды больше, чем на девочек. Ну да. Детская одежда. Сейчас что-нибудь Тёмочку берем. Так, это все для девочек, для маленьких девочек. Господи. Набор 39 лир. Такая вот прелесть 42 лиры. Для маленьких 12 лир на девочку. Слюнявчики. Ой, класс! Сколько он стоит? Так, 54 лиры. Мне еще вот понравилось. Это для купа, просто с ходом. Тоже новогодняя машинка. Полегче костюмчик. Все, 500 рублей, да, в размере? Да. Вот, тоже цыпленочек. Да, это вот прям попалось в ходе. Вот еще. А вот елочка, да. Ага. Так, сколько они? 39 лир. 35. Улички 39 лир. Вот такие вот совсем маленькие. 29 лир. Сколько, Наташа, такие ботиночки? 74. 4 лиры. Угу. Они такие совсем без. Такие вот 79 лир. Ой, прелесть какая. Да, здесь для детей в Вайкики, конечно, очень много. Вот, смотрите, какая рубашечка классная. Носочки детские. Шапочка, джинс, все есть. Нарядить ребенка можно будет. Так, вот такой вот 79 лир. С галстуком. С бабочкой. 89 лир. Такие вот костюмчики есть по 49 лир. Кофточка, штанишки. Полегче уже. Так. Господи. 42 лиры двое штанишек. Вот совсем легенькие. Сейчас скажу, сколько стоит. 29 лир. Прибавляйте нолик. И для России будет такая цена. Вот теплые кофточки. Сейчас по акции 69 лир. О, совсем теплые. Курточки 69 лир. Вот такие вот разных цветов, смотрите, есть. О, жилеточки. 59 лир. Тепленькие такие. Курточки. 129 лир. 79 лир. Вот это 149 лир. Чего, Тёмыч, ты себе что-то выбрал, да? Никогда таких ползунков по-честному. Тут как в виде колготочки сделано, а тут штанишки. Угу. Классно. Хочу поснимать вам. А нам не разрешили. Вот мы прячемся теперь здесь. Шапочки какие, сейчас тоже покажу. Мимимишные. 16 лир, 19. С Микки Мауса 39. Варежки. 24 лиры. Вот такие вот комбезики есть, кстати. Сейчас скажу, сколько стоит. 89 лир. Тоже разных цветов. Такой выбор носок. Смотрите, какие прикольные.
подарочек. Новогодний мешочек. Да. И вон еще в коробочке, смотри, упаковано тоже. Ага. Новогодний презент, а там на лир. Да, те тоже 10 лир стоили. Я, наверное, вот эти возьму. Так, ну вот, мы уже в салон Позары пришли. Кстати, посмотрела сейчас утяжелитель. 54 лиры на обратном пути возьму. Каждый по 1,5 килограмма. Такие вот баночки для спучих предметов. Так, 14 лир стеклянные. О, наверное, я вот такую вот возьму, кстати. Сейчас в кухне. Как раз на столешницу хорошо подойдет. Смотри, Наташ, какая классная. Мне надо для сахара. Сейчас возьму стеклянные. Смотрите, сколько подносов разных. Акция по 5 лир. Он пластмассовый. Так, а это пластмассовые, да, тарелочки? Ага. По 3,50. Стаканчики пластмассовые, тарелочки. Такой вот под масла. Вот по 16,50. Вот какой симпатичный, 50 лир. Вот это 29 лир. Вот эти вот 12. 9,90. Сколько она? 22,50. Мне тоже надо. А, еще вот в прошлый раз мы смотрели. Нет, не эти. Так, вот такие вот стаканчики по 8,50 есть. Железной ручкой. Фужеры, стаканчики 16,90, 16,90, 17. Вот для тортов 119 лир. Так, а сколько вот такая вот стоит? 29 лир. Вот такая вот с деревянными тоже 29 лир. Чуть побольше 59 лир. Вот смотрите, в Салы Позары есть детские костюмчики Санта-Клауса. Кому надо. Тоже вот топоточки такие маленькие, разные. Ну и вообще вот тоже и распашонки, ползуночки, бодики, маечки. Все есть. Еще хочу себе такую сковородку. Вот маленькая 47 лир стоит. Чуть побольше 54 лиры. С утра завтрак себе в ней готовить хочется мне. А вот такую, кстати, можно купить, подавать в ней картошку фри, в ресторанах подают. Так, 34 лиры. Да, а и вот для обедов 54 лиры она стоит. Поменьше 34 лиры. Так, ну что, пойдем баночку возьмем. А, мы еще пледы хотели, да, посмотреть? Ну как, вот такая вот сколько сковородочка, 49 лир. Такая она тяжеленькая, ну, кстати. Вот это интересно будет, у нас-то не газ. А, что, ну да. А, и вот эти для хамсы. Сколько они здесь? Так, что-то я не вижу. А то сейчас кафе все закрыты. Придется дома хамсу жарить. 101-м 39 лир она стоит. Угу. Так, смотрите. Еще есть подгинчики мы нашли. Это сколько под хамсу, тоже нет цены. Тоже нет цены. Здесь как-то с ценниками проблема. Вот смотрите, ступка такая 60. Сейчас скажу, 64 лиры стоит. Ну, прям тяжелая такая. Ого, увесистая. И вот лопатки мясо отбивать. Тоже как отобьешь, так тут отобьешь. Она, кстати, спрашивает. 42 лиры, 39 лир. Вот, хотела вам показать. Вот это вот на стол кладете, и стол уже не царапается. Так, стоит она 99,90. Есть вот такой вот расцветки 49,90. И я еще хотела себе какую-нибудь клееночку. В прошлый раз подсмотрела. Вот так вот можно здесь отодвигать. Такой вот большой выбор. Вот смотрите, какая прям нежненькая-нежненькая. 34 лиры метр стоит. Ну, это мы с Денисом приедем, вместе выберем. Или такую вот. Какую-нибудь. Нет, хочу вот, наверное, все-таки такую. Прям нежненькая. Будет клееночку купить. Ну, и хочется на Новый год какую-нибудь повеселее. Сейчас тоже подушки есть. Одеяло. Наволочки под одеяльники. Вот такой вот комплект. 274 лиры стоит. Ну, мне очень вот мадам Куку понравилось последний раз. Покупали. Так, полотенце 19,90. Детское постельное белье. Ковры и пытаемся самый нижний достать.
Ну как, Наташ, берешь? Ну, наверное, тоже 59 лир. Ну, наверное. Так, а вот, вот эти вот, сейчас посмотрим, сколько, 79 лир. Они а, уже... ну вот, да, 850, смотри, наверное. А он больше, чем 850. А, так, вот эти, вот, значит, 79 лир тоже. Это тоже 79 лир. Смотрите, какой большой выбор ковров. Смотрите, такие сейчас по акции коврики тоже продаются. И дорожки, то есть любой размер вам могут отрезать. И вот сразу вот так вот подшить. Так, может быть, мы здесь какой-нибудь себе подберем. Сейчас посмотрим. Ну, конечно, это лучше с Денисом приходить. На машине подъехать. Так, вот эти вот большие что-то цены сейчас. А, 989 лир. 439 лир. Такой вот большие размеры совсем. Ну, 2 на 2,90. 689 лир. Так, есть вот, смотрите, совсем маленькие, кому надо. Такие вот размерчики по 12 лир. Вот эти вот по 17 лир, почему дороже? А, они прорезиненные. 24 лир вот так. Такие. Мы с Наташей теперь... Решили, что нам таких будет удобнее почему-то. Стоят они 5 лир. Нет, ну, дышать да, комфортно. Дышать удобнее, да. Тут, да, мне кажется, я неправильно одел. Хочу переодеть. Так, мы зашли еще в один хозяйственный магазинчик. На улице Татеркова находится. Здесь столько всего. Вот смотрите, такая прям тяжелая-тяжелая сковородка. 95 лир. А это сколько, Наташа? А, это, кстати, 115. Почему-то дороже, да. И мы сейчас столько нашли всяких вещей для декора. Турецкие чайнички. Ага. Сколько она? 130 лир. 130 лир. Ну, я думаю, на ней длина хорошая. А тут что-то все сковородочки эти тяжелые. 100 лир. Ой, какие кастрюлечки маленькие. Люстры здесь. Ой, такие интересные. Мы сейчас посмотрим. Наверное, как раз внутри специальное сужение, может быть, наливать. А есть там цена, нет? Цены вот нет, а так она, это интересненько. Угу. Да, блинчик. Можно спросить. 80, 200, 260, 280 лир. Так, вот такие вот, кстати, здесь прям очень много, да? Картошка, лук, чеснок, сухоцветы. А на сколько стоит? Тоже бесценно. Подешевле, наверное. Ой, здесь, кстати, тоже такие вот есть, как я показывала, свои пазары. Да, 65 лир. А там 90, по-моему, или 95. Подушечки. Мы тёмки, кстати, вон в коляску покупали тоже здесь. Можно вот заменить уже, да, стрепавшуюся на новогоднюю. Наверное, я возьму ее. Мы опять не можем уйти без покупок. А, и вот здесь, в этом магазине, были только на сиденья белого цвета. Больше нигде не было. Но вот сейчас смотрю, в наличии нет тоже. Они очень быстро раскупаются. Они почему-то любят цветное и такое грязное молочное. Опять наше наличие. Мне нужна одна. Будем искать? Будем искать. Точно такие же, но с перламутровыми пуговицами, да? Новогодние салфетки. 30 лир. Ну, там целый набор, да, я так понимаю? Да, набор. Имитация снежинки получается 35 лир. Угу. Ну, мы с тобой тогда решим, какой стол будет. И тогда потом придем купим. Также подушки, одеяло. Так, а там что у нас дальше? Это кожаная, что ли, да? Вот у них, да, такая основа. Зонты. Баночки, стаканчики для чая. О, для антисептика. Вот. О, кстати, а сколько она стоит? Вот про нее я и говорила тебе, вот такая, угу. 500.
если угу. балкон можно поставить. Ну да. Красиво. И где-то они еще появились. Чего-то припрятали. А, вот да? они еще. Они очень тоже оригинально смотрятся, но это немножко другой формат. А вот белая, ну, и такая вот по дереву. Ну, это типа хлебница, да, мне угу. вот эта коричневая понравилась. Что... Она тоже 3500, да? Вот та 2500, а вот эти 3500 были, но сейчас цены не вижу. О, кстати, вот еще какие интересные, 60 лир. Вот я мечтаю, обогреватель кому надо. Вот такой. Угу. Сейчас узнаю, может быть, у них есть доставка. Смотрите, вот нравится, 25 лир. Смотрите, прям нежненькие-нежненькие. 30 лир. Да. Подставочки. Ну, подносики, очень интересно смотрится. И вот другой формы. Угу. И вот эти тоже прикольные. Да. Так, сколько они? Просто нам нравится, видимо, с деревянным. Да. Смотрите, для специй здесь. Цены вот, правда, нету. Много-много всего. А это, кстати, к Пасхе, да, хорошо будет смотреться. 40 лир. Да, тут ковырятся и ковырятся. Ну, это, наверное... А, не, 5 лир, но она пластмассовая, прям легкая-легкая совсем. А, 230 лир. Угу. В принципе, я не скажу, что дороже, чем у нас. Ну, потому что деревянная подставочка, я думаю, она дорогая. Так, вот такие вот фасочки маленькие. Мне кажется, в отеле их ставят в кафе. Опять же, подносы. Вот, кстати, нет, пластмассовый. Так, все, это отдел с пластмассовой посудой. Глиняная. Так, вот смотрите, такой вот большой, стоит 35 лир. О, все, я увидела красивые тарелочки. Смотрите, какая красота. Так, не знаю. Большая 20 лир. Вот это, наверное, лир 10 будет стоить. Вот такие вот. Я просто у одной девочки блогерши посмотрела. В Москве она такие покупала. Но там они были дороже значительно. Мне вот все-таки нравятся такие. А вот, смотрите, я говорю, 25 лир. Так. Вот эти вот 15 лир. Да, надо сюда приехать с Денисом и набрать силу на машине, поехать, чтобы не было тяжело нести. Ну, вот эти мне еще очень нравятся. Для специй? Ага. Вот единственное, у них все цвета такие. А сколько стоит? Так удобно, что в одном месте. Ну, да. Я Наташа рассказывала, мне все специи. 25. Я просто увидела, угу. что в черное правильно, что симпатично должно смотреться. Открыла, оно розовое. Для девочек. Ну, да, здесь много такого интересного, что не во всех магазинчиках есть. Вон там и для ванны есть, смотрите, для мыла. Так, сейчас потрогаем. Да, железный 20 лир. Смотрите, здесь вот этот набор 350 стоит, ну, 300. Такие вот всякие дозаторы. Для кухни баночки. Наташа, еще что-нибудь пошла интересного? Ну да, как из этого магазина у тебя без покупки, да? Так, вот эти кастрюльки. Что там? Ну вот это 190 стоит. Вот набор 420. Стеклянный. А. Вот смотрите, еще хлебницы тут такие. Черный, белый хлебушек. Стеклянный, да? Угу. Часы. Вот такая сковородка у нас есть, кстати. Мы картошку не жарили на природе. Вот, смотрите, для любителей деревянной посуды
вот такая вот 18 лир. 15. 25 лир. 35 лир сердечко. На 14 февраля можно. Так побольше. 40 лир. Вот такая вот 35 лир. Большая 40 лир. Так что приходите, тут такой огромный выбор всего. Чтобы вы понимали, где он находится. Вот, я говорила, для декора сколько всего здесь. Глаза разбегаются. Такие вот наборчики. Так, он стоит 2500, ну, 250 лир. 290, 225 лир. Так, кокосы 120 лир 2. Ой, кокосы, господи, ананасы. Вот ты все-таки берешь, да? Да, я взяла все-таки комод. Я получу, конечно, ремня. Пойди немножко там сзади, пройти не могу. Значит, сервис у них каков? Предложили, что сейчас загружают в машину. И вместе с ребенком и нас отвозят домой и доставляют абсолютно бесплатно. Да, если нам надо будет, то нас обратно сюда привезут. Да, если нет, надо, то мы просто там останемся и все. Вернуть, если нет, то мы остаемся дома. Абсолютно бесплатно, считаю, очень удобно. И... Ну да, без всяких проблем нас сейчас домой отвезут. Тоже смотри, какие это милота. Миленькие, ага. Да нет, тут, я не знаю, надо приходить и ковыряться, наверное, час-два. Столько всего интересного. Тут и бытовая техника есть, смотрите. Разные ковры есть. Скатерти, подставочки различные. Смотри, какая прикольная. А вы знаете, что это детей, смотри. О, классно. Сколько она здесь? 50 лир, ага, классно. Ну, нет, единственный минус, но сюда кто-то бы придумать другое. Ну, да. А так? Гвоздики торчат. А, смотри, еще какие тарелочки тоже интересные. Я все хотела узнать, сколько они стоят. Слушай, пока... мы как эти, ладно, увидим что-нибудь. Да. Вот уже что понравилось. Да, тоже уже показывала такие интересные. Я говорю, тут смотреть, люстры. Правда, очень много всего. Здесь... Я пойду еще там дальше. Посмотрю. Так вот. Ну, ковры здесь, я так думаю, не очень большой выбор. Ну, да. Вот. Ну, так. Наташ, ты мне его зря показала, сразу говорю. Вот, ты хотела формы для запекания. Мы с Наташей в прошлый раз обошли почти весь Махмутлар, не могли найти такие формы для запекания. Это вот, смотрите, мы когда отдыхали в отеле, нам готовили кофе на песке. Вот это вот такая же штучка. Так, стоит она 425 рублей, но она электрическая. Ну, так в подарок, мне кажется, это можно удивить. Смотрите, что мы еще обнаружили. Такие подсвечники. Этот стоит 125 лир, этот 175 лир. Очень интересно. Вот тоже 175 лир. Я елку нашла. Елку нашла? Сколько она? Так, вот такие вот. Я, кстати, не знаю, для чего вот такие вот тарелочки нужны. 8 лир. Кто знает, тогда напишите. Наташ, для чего, как думаешь, такие? Наверное, стаканчики сюда стоят. Смотри, сразу с гирляндой. Спроси, сколько она стоит. Ну да, кстати, симпатичная. Ну, у нас покрасивее, конечно. Ну, за неимением. Вот, смотрите, какие часы еще здесь есть. О, пылесосы. Подняла голову. Вот еще там пылесосы. Смотрите, еще для декора вот такие вот вазочки наполненные. Там сразу с наполнителем. Вот, с вазой такой вот. Так, вот эти вот маленькие, значит, 15 лир. Вот эти вот. Сейчас посмотрю, тоже по 15 лир. Так, 15 уже сказала. Так, ну это пластмассовые. А вот эти вот стеклянные. Вот та вот большая, вот вдалеке, видите, 35 лир. Вот это вот 50 лир. Лебеди по 20 лир. А смотрите, тут такие вот вазочки, лампы настольные. Разные. Терочки маленькие, кому надо. Для кухни тут вообще очень много, да, Наташа, всего? Да.
сюда правда. Да. А, вот прихваточки. Сколько они стоят? Ну, надо все, конечно, узнавать здесь. Столько всего бесценного. А, угу, вот смотрите, с этой стороны картины. Так. Ну, а это для бумажных полотенец. Полотенец, так, 40 лир стоит. Такая, вот, смотрите, еще ваза напольная. Вот, нашла цену 175 лир. Вот эти, которые побольше, а тоже 175 лир. Такие вот кастрюльки, чайнички турецкие 175 лир. Такие 249 лир. Ты все-таки решила сковородку купить? Не, не оставляй. А это? Дорого? Давайте дешево. О, 1000 лир. Индукцион, это газ. А, газ. Газ, индукцион. А, индукция и газ. Понятно. Не, я дом покупала, по-моему, за 4, если мне не изменяет память. А может, нет, даже дешевле. А, нет, на другую вторичную. Так, вот такие вот. Чем не, в России. А, здесь дешевле есть, да? Не, в России я покупала дешевле. Так, 125 лир такая вот большая сковородка. Этот наборчик 200 лир. Вот такая вот, кстати, удобная. Чугунные есть по 145 лир, кому надо. Спасибо. Покупатели придут. Вот смотрите, Наташе сделали скидку. Да. 25 лир, эта да? Девушка разговаривает немножко по-русски, да. Сделали нам немножко скидку, поэтому приходите. Да, и смотрите, здесь есть контейнеры для масок, кому надо. Чтобы по дому не валялись. Раньше везде были, а потом пропали везде. Ну, пользуются спросом. Да. Вот, смотрите, я сейчас выйду, покажу вам. Напротив, значит, находится фитнес-зал. Это Нататюрка А101, гастроном и вот этот магазин. Ну все, мы загрузились. Вот Наташины вещи. Не все. Все, да, и коляску тоже загрузили. Сейчас поем, все это отвезем. И, наверное, еще в какой-нибудь магазин сбегаем. А может быть и нет, да?